шанс стать финалистом на Западе. Он появился у «Локомотива», принимавшего питерский «СКА». Интрига встречи была настолько закручена комментариями экспертов, что не оставалось сомнений. Любителей хоккея ожидал самый интересный матч этой серии плей-офф. Наш корреспондент Евгений Полковников знает, для кого «Лют-Арена» оказался счастливым. После поражения «СКА» в Питере его раунд с железнодорожниками стал, пожалуй, как никогда близок к сенсации. Ее автором мог стать «Локомотив». Ему в соперники достались сильнейшие клубы континентальной хоккейной лиги. «СКА», конечно, старался вернуть большой хоккей в город на Неве, ну а у «Локомотива» на кону был выход в финал конференции «Запад», ставка выше которой только борьба за кубок Гагарина. Игра это подтвердила. «Локомотив» смял гостей по всем показателям в дебюте. «СКА» попал в рамку Сэнфорда за первые 20 минут всего один раз. Безрезультатно. Похоже, не будь у питерцев ударной тройки Червенко, Мортенсон, Торресен, шестого матча не было бы вообще. Впрочем, это спорт. А в таких встречах еще и безошибочность. Не только обязательная, но и желательная. С этим командам не везло. Пасы, выводы на ворота, все было, кроме одного. Шайба в ворота не шла. Масло в огонь подливали штрафы. Вот где были качели, причем за драки. Со стороны, без особых штурмов, но вратарей и те, и другие защищали, словно блокадный Ленинград или железнодорожный вокзал при бомбежке. Все понимали, одна ошибка, и конкурент возьмет свое. Прекратили бокс, и дело пошло. «Локомотив» дожал питерцев в третьем периоде в начале Петров, затем Вишневский пробили Салака. Ну а Сэнфорд стоял как стена, своей надежностью довел гостей до тайм-аута, после которого армейцы заменили вратаря на шестого игрока, мол, где наша не пропадала. Пропала. 2-0, «Локомотив» победил, отправив еще одного фаворита Кубка Гагарина в отпуск и положив в карман путевку в финал на Западе. Остался вопрос, кто следующий? Лев? Или Донбасс? Евгений Полковников, Сергей Чекмарев.